Через несколько дней после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что санкции против России могут быть неизбежны, в Белграде вышли на улицы ультранационалистические группы. Они требовали отставки Вучича и его, по их словам, вероломного правительства, обвиняя их в предательстве Косово. Звучали в том числе и угрозы жизни президента. Под флагами России и Сербии демонстранты попытались взять штурмом резиденцию главы государства, но были остановлены полицией. Среди организаторов акции – ультранационалист Дамьян Кнежевич, лидер движения «Народный патруль», который отвергает независимость Косово, поддерживает российское вторжение в Украину и имеет связи с российской группой наемников Вагнера. Кнежевич публично просил Россию о помощи. Собравшиеся считают Косово неотъемлемой частью Сербии и требуют его реинтеграции. Ако нас и ова власть довела до овде, вальде време да је променимо. Я сам за Русију породично. Моја породица је везана за Русију. Није он Косово ни купио, ни добио, нити... Niti njegovo, ni mu tata ostavio, pa da može da kaže, potpisat će što on hoće da potpiše. Комментируя протесты, президент Вучич заявил, что ситуация находится под контролем, и власти не допустят, чтобы бандиты и экстремисты с какой бы то ни было помощью извне, Запада или Востока, угрожали конституционному строю.